девочка, ты песенку поешь, да, Софишка? А кто это у нас тут педали крутит? Любимая, тебя потеряла. Не теряй меня. Ты мне тут спортом решил заняться? Да, 10-й километр бегу уже. Молодец. Молодец, спортсмен. Тут мне подписчики спрашивают, Дима так поправился? Я говорю, дай 15 килограмм набрал. Привет, доченька. Как Софишка ручка машет? Скажи маме привет. Привет! Привет! Привет, моя зайка! Привет! Ну-ка, ложись спать. Ложись спать. Ты же спать хотела. Малышка, что там смотришь, Василёк? Всем приветик. Вы мне многие пишете в директ, спрашиваете меня, Оля, вы что, уже переехали? Нет, мы еще не переехали. Мы просто решили погостить у Аленки дома, сменить обстановку, так сказать. А завтра мы уже поедем к себе домой. Может, сегодня даже, не знаю. Девчонки, спасибо вам за приятные отзывы. Я насчет базы поставщиков. Оставляю вам последний раз ссылочку. Она будет висеть только сутки. Успевайте ее купить, пока цена не выросла. Скорее свайпайте. У меня уже так мои ногти отросли. Ко мне приехала мастер по маникюру. Вот сделай мне маникюрчик. Я, как всегда, не могу поделиться цветом. Не знаю, какой выбрать. Может, вы мне посоветуете. Девочки, решила выбрать такой цвет, матовый. Мне очень нравится. Это мы себе вкусняшки заказали. Димка, правда, сказала, я не голодный. Но я ему все равно заказала роллы. Так эти себе я заказала. Так это пироженка Диме шоколадная. А это мне, Павла. Попробуй, попробуй, джага-джага, попробуй, мне это надо. Восток, очень жаль, моя любовь. Будто что знаю, не забуду тебя, мне очень жаль. И на восток, я улечу в Москву, Владивосток. Так, ну что, девчонки, начинаем распаковку. Давай, Василек, открывай подарочек. Что же там? Кому же этот подарочек? Кому? Ну-ка, смотрим. Покрутить, папуль, дашь покрутить, угу. Василечку? Папочка собирает каталку для Софишки. Класс. Сейчас будет Софишка у нас кататься, да? Давай, пошли. Молодец, Софишка. Сейчас мы возьмем эту каталку на улице и будем там ее катать, да, малышка? Спасибо, Диночке, за такой подарок. Нужная вещь. Клево. Девочки, я заказала себе эту юбку на базе поставщиков. В два раза дешевле, представляете? Вы видите, да, что это Zara. Качество на высоте, юбочка классная, стильная, с разрезиком. На этой базе огромный выбор товаров по низким ценам. Читаю директ, и вы спрашиваете меня, стоит ли покупать базу на каждый магазин? Нет, базу вы покупаете один раз. Там есть 1000 магазинов, и эта база поставщиков остается с вами навсегда. Очень важно перед покупкой проверять цену на базе и в магазине. Многие на ней неплохо зарабатывают. Организовывают совместные закупки, открывают инста-магазины или интернет-магазины. Я оставляю вам ссылочку, свайпайте вверх и пользуйтесь. Здоровья. Мы приехали с любимым, с нашей семьей, с девчонкой. Провожать. Провожать Аленку во Владивосток. Ой, солнышко светит. Зай.
да. Вот они мы. Помнишь, по мне скучаете? Конечно. Милая. Аленчика, ты будешь по нам скучать? Конечно, буду просто. Всем привет передавай. Передам всем привет бабушке, дедушке, всем родственникам. Скажи, что мы их очень любим. Обязательно, вы тоже потом приедете. Обязательно, как переедем. В общем, прикиньте, мне 9 часов лететь. Зато к морю, к солнышку. Контент, солнце загорит. Сейчас загоришь, краба поешь там, как говорится. Морепродуктов. Ну-ка, дай маме. А дай маме пуговку. Ой, сладко. Уже такси ваше приехало. Да, все. Я тоже хочу с вами. Молодец! Восток! Очень жаль, моя любовь! Так что знаю, не забуду тебя! Мне очень жаль! И на восток! Я улечу в Москву! Во Владивосток! Решила очечки поменять? Да, поменять. Эти не подойдут. Не подойдут, хорошо. Давай наоборот тогда. Вот эти вот одевай. Моя маленькая. Что это там в чемоданчике? Что вот это? Ты... Что, доктор? Угу. Ты мамочку лечить собралась? Моя сладкая. Вчера комарик нас укусил. Да черт, посмотри на меня. Покажи носик. Вот он. Да, сбоку комарик цапнул. У Богдашки такая же игрушка, как у нас. У Софишки такая же, только розовая. Мои девчонки. Ты танцуешь, Софишка? Софишку тоже вчера комарик искусал. Там мы так по... Иди ко мне. На игрушечку. Вот так. Молодец. Умничка. Держись. Папа, смотри, она без опоры идет. О, ты моя умничка. Молодец. Кач. 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 Нравится тебе, да, Софишка, на качельке. Как классно. Кач. Кач, деловая колбаса.